В воскресный день в храме Рождества Христова по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Игнатова состоялось первое ознакомительное занятие по колокольному звону. В часовеньке на территории храма прошел мастер-класс звонаря, участника и лауреата региональных и всероссийских фестивалей Сергея Кизима. Много желающих собралось познакомиться с таким церковным искусством, как колокольный звон. И взрослые, и дети смогли позвонить в колокола, поучиться разным видам перезвона. Колокольный звон – это важная часть храмового богослужения. Он оповещает о начале службы и приглашает верующих в храм. Звон колокола выражает праздничную торжественность важнейших мест богослужения. А великие церковные праздники, и особенно на Пасху, в воскресные дни во время крестного хода, колокольный звон выражает особую духовную радость каждого верующего православного человека. Верим, что с Божьей помощью на таких занятиях и дальше как можно больше людей смогут ближе познакомиться с красотой звонарного искусства.